Настя, достала! Иди сюда. Какой же это прекрасный салют. Его никак нельзя пропустить. Ребята, всех с 9 мая, с Днем Победы. Всех люблю, всех обожаю, всех просто очень сильно люблю. Смотрите, какой салют. Внимание, сейчас я не на улице, я снимаю с окна. Кстати, моя сестра думала, что нас бомбят. Вот салют. Ребят, когда салют прекратится, то я перестану снимать. Сейчас подождите, у нас табуретка. Где эта табуретка? Нашелся. Как сказать, вы посмотрите на салют. Нет. Ну что, мам? Короче, табуретку не нашла. Смотрите так. Салют. Все дружно делаем скрины. Все дружно скрины делаем. Все делаем скрины. Нет, не надо вспышку. Делаем скрины, делаем много скринов, очень много скринов. Если я сам включу свет в балконе, чтобы вам было салют. Вот и вот мы пришли. Свет в той комнате подключен. А в такой комнате нельзя подключить. То есть он не выключается. Кстати, у меня вчера в школе была аппликация. Нам нужно было делать салют. Смотрите на эту эстетику. Фоткаем душа, фоткаем. Ладно, ребята, я теперь точно за табуреткой. Знаете, телефон не свалится, потому что он стоит на зарядке. То есть я сейчас напомню табуретки. Но мы не должны пропустить салют. Поэтому мы... Я уже пошла. Ребятки, я сейчас вставлю на табуретку.
Она тяжелая. Просто тяжелая эта буретка. Вероника, зайди от окна! Ну, мам, я смотрю на салют. Это нормально, что около домов делают салют? Это нормально, ничего не будет? Или что-то будет? Да-да, ребята, такова Москва. Переезжайте в Москву. Москва, 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 Москва. Салют делают? Кто живет? Тем очень хорошо видно. И тут, кто живет тут, там хорошо видно. А нам построили дома, чтобы салюта не было видно. Это вообще издевательство какое-то. О, моя сестра вышла из туалета. Что ты окна стал? Я снимаю, Настя. Извините, потому что моя сестра взрослая, да, вы услышали ее голос. Ребята, как же это? Николь! Да что, мам? Да сейчас! Я на салют смотрю! Тут есть вот окна. Сейчас вот смотрю в окно и смотрю в телефон одновременно. И фотку. Если салют не прекратится, то я улучшу вторую часть. Фоткаем, фоткаем, фоткаем. Фоткаем жестко. Ой, запела. Нажимаем, нажимаем дружно скрин. Нажимаем, нажимаем жестко. Я из-за темноты ничего не вижу. Кто это красиво? Салют-то красивый. Ладно, всем пока, ребята. Все, мне кажется, что вы сами. Что там дышит? Что вы это не видите? А, это на электровелосипеде. Ребята, ну, короче, наверное, у вас там теперь салют, так что всем пока. Всем пока-пока.